Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Начинаем изучать наше огородное дело с самых азов, то есть знакомимся со всеми сортами. Сортов томатов и перцев очень много, и для того, чтобы новичкам не запутаться, я уже говорила, что я продолжаю свои краткие обзоры каждого сорта. Все-все сорта буду описывать, и те, которые выращивала, буду высказывать свое мнение. До этого я уже много различных ультраскороспелых, скороспелых ранних описала сортов, потом крупноплодных сибирской селекции. Но сейчас я вот, мне попался на глаза, хочу рассказать о сорте «Славянин». Это именно сорт даже не сибирских селекционеров, а алтайских. Сейчас я вам прочитаю. Среднеспелый розовоплодный урожайный сорт алтайских селекционеров для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение детерминантного типа высотой до 120 см, плоды удлиненно-грушевидной формы, розовые при созревании, очень плотные и сладкие. Содержание общего сахара 3 с лишним процента. Идеально подходят для консервирования и засола. Масса плодов 120-150 грамм. Урожайность сорта высокая, до 6 килограммов с 1 квадратного метра, и товарность плодов 87%. Тут посев на рассаду при высадке в грунт на 1 квадратный метр размещают 3-4 растения. Вот этот именно сорт «Славянин», он хорош чем? Своей формой плода. Он такой, ну вот вы видите, какой вытянутый, как... Он и не круглый, но еще и не пальчик. Вот мало сортов именно такой формы и такого цвета. Он алый, такой алого, яркой алого цвета, очень красивый. И если говорить про торговлю томатами, про продажу, вот там написано, что выход товарных плодов очень большой. И прост в выращивании выходе, именно потому что он детерминантный, то есть... Куст сам вершкуется, его не нужно дальше, ну как, он невысокий, 120 сантиметров, он человеку по плечу, не вырастает в джунгли. Посынковать его, конечно, нужно для того, чтобы плоды были крупные, но очень красивый. И на кусте, когда красивый лежит, и в общей массе, когда вот его собираешь. Советую, всем рекомендую, я выращиваю ежегодно этот сорт, на будущий год попробую успеть все видеосорта, все сорта сделать видеообзоры, но я его выращивала, а так как он сибирской селекции, именно алтайской, то он пригоден для выращивания в холодных регионах, в открытом грунте растет прекрасно, вызревает хорошо, очень хороший, удобный. И не все любят очень крупные томаты, потому что, если, например, дать ребенку съесть, ну, покушать помидорку, большую неудобно, он ее обычно обгрызает, оставляет, выбрасывает. Вот это томат, который и очень удобно брать в руку, ребенку помыл, дал, он ее скушает всю до конца и очень сладкий. Как вы уже слышали, я говорила, что процент сахара большой. Сорт «Славянин» советую, попробуйте, посадите, вырастите. В следующем видеообзоре будет следующий сорт «Славянин».